Маленькая победа Coinbase над IRS, налоговой службой США. Как сообщает Bitcoinist, в прошлом году IRS направила запрос в Федеральный окружной суд с требованием компании Coinbase предоставить данные о всех резидентах США, совершавших криптовалютные транзакции в период с 2013 по 2015 года. Руководство калифорнийского стартапа и пользователи Coinbase воспротивились такому нарушению конфиденциальности. Теперь IRS намерена сузить требования, и они распространяются лишь на пользовательские аккаунты, с которых осуществлялись транзакции в период с 2013 по 2015 года на сумму свыше $20 000. IRS оставляет за собой право обращаться в суд в индивидуальных случаях.